Так, друзья, привет. Хочу вам показать, что все-таки на Ubuntu мы можем запустить нашу рабочую станцию цифровую. Он же DAW Bitwig Studio. Вот он у нас скрылся. Но при этом замечу, что есть у нас костыли. Он называется, как он называется? От воздушной волны. Вот видите, я подключил плагин массив и серум. И здесь 32 разрядные. Они 32 разрядные, блять. Вот, сейчас. Убедимся в этом. Запускаем Bitwig Studio, версия 1.3.9. Немцы, мат. Под лицензией Bitwig. Германии, какая-то там. Вот, поехала, вот тут мы опять как только сделаем эту тему, опять видите, она у меня играет постоянно. Вот этот баг вот нужно как-то исправлять. Ну, массив у нас запустился на SyncNote. Серум, к сожалению, серум у меня, ну все, наверное.